Здравствуйте, меня зовут Игорь Верник, и в суперкартине «Суперсемейка 2» я озвучиваю супергероя Фриона. Ох ты! Он сильный, он невозмутимый, он с юмором, он свой парень, он прошел огонь и воду, у него потрясающие возможности. Со мной вступил в переговоры представитель важной персоны. Работенка есть. Я Игорь Угольников, режиссер, актер и продюсер. Озвучиваю роль кутюрье Эдны. Ответственные родители, настоящие герои. Кутюрье, которая шьет костюмы для супергероев. Она немножко заносчива, знает себе цену, немножко хвастлива, но при этом много чего умеет. Ответственные. Меня зовут Полина Виторган. Я озвучиваю Фиалку. Она очень хорошая девочка. Она, по-моему, кажется такой вредной какой-то это, хотя она очень ответственная, очень веселая, очень нежная, трепетная. Просто она так защищается, и это мне очень понятно. Я бы никогда в жизни не подумала, что мы с Даней будем озвучивать анимационный фильм, да еще и суперсемейку. Меня зовут Данил Виторган, я озвучиваю роль Тони. Я озвучиваю ее парня, который уже был засвечен в конце, если я не ошибаюсь, первой части. Ничего не нужно обсудить. Что? Слона у тебя за спиной. Нету там слона. Очень сложно это. Мне было очень сложно, именно потому что я не понимала, как бы... Как вообще это все делается? Что, ты как бы там в театре играешь по одному, там в кино по другому, а здесь как бы вообще по третьему. У меня адрес новый. Я его на твоем шкафчике написала несмываемой краской. Опа. И врач не нужен? О, это нормально? Ой, жуть какая. Да шучу я, Роберт, шучу. Мы с ним с удовольствием пообщались. С ним интересно, а со мной полезно. Мы заслуживаем друг друга. Не будем хвалиться, но мы за час записали всю роль. Мы хотим зло побеждать! А не понимать! С одной стороны, да, конечно, это мультфильм, этого никто не отменяет. Это смешно, весело, забавно и чудно, и круто. Авторы и создатели всегда умеют найти, предложить какое-то тонкое звучание, какие-то человеческие ноты, какие-то высокие смыслы. Глазки усталые. Закрывали! И там есть над чем подумать, именно философски, поразмышлять. Нас просят решать вот так. Я не умею вот так. Пример-то я решил. Ладно, ответ совпал, ответ совпал. Каждый для себя находит что-то свое интересное. Все это, в общем, конечно, про любовь. Просто все про любовь, на самом деле. Это что, переходный возраст? Это суперфильм. Прошло 14 лет с первой части. И пора смотреть вторую. Будет прекрасно, чудесно, увлекательно. Приходите, пожалуйста, во все кинотеатры, смотрите эту потрясающую историю, наполненную сумасшедшей фантазией, сумасшедшими коллизиями. Увидимся. Будет интересно, сказала бы моя Эдна. Disney и Pixar представляют «Суперсемейка 2». Приходите, смотрите. В кино с 14 июня.